Здравствуйте, друзья! У нас такая информация интересная о компании Uber и что они там собираются дальше делать. Почему она интересная? Потому что подработка на Uber стала таким очень распространенным занятием там иммигрантов многих, и как бы удобно. И там некоторые тенденции у них есть. Значит, вот тенденция, о которой я хотел поговорить, состоит в том, что сейчас в городе Питтсбурге, штат Пенсильвания, насколько я понимаю, в городе Питтсбурге, а там находится Карнеги Меллон Юниверсити, и у них, значит, департамент по робототехнике, это, можно сказать, лидирующий вообще в стране, в мире, совершенно потрясающий там уровень вот этого всего. И, значит, там собираются первая сотня автомобилей, которые кастомизированные автомобили Volvo, как бы самоуправляемые, да, такие вот самоуправляемые, но там будет сидеть человек для контроля. Человек будет присутствовать. Но речь идет о тенденциях. Считается, что где-то к 2020-2021 году уже практически все основные производители будут иметь машины такие самоуправляющие, без драйв, без водителя. Поэтому, значит, вот они там сейчас их опробуют. 100 автомобилей. И что я хочу сказать, что компания Uber, которая разрушила совершенно бизнес такси, ну, то есть, он остается где-то там, но он перестал быть даже близко тем, чем он раньше был. В смысле доходности там и так далее. Вот, подорвала, вовлекла, значит, компания Uber вовлекла, там, я не знаю, миллионы, сколько там народу по всему миру вот в эти заработки, приработки там и так далее. Такая демократизация произошла в этом виде гешефта. Но бизнеса, да, мы по-английски говорим бизнес. Так вот, на самом деле драйвер для них — это чисто временное такое решение, водитель. Да, они на самом деле стремятся к тому, чтобы водителя вообще не было. И пройдет там, я не знаю, сколько лет. Но, в общем-то, совсем немного. Вот на наших глазах все это произойдет. Может быть, еще лет 5, там, я не знаю, 7. И вообще никакие водители не смогут конкурировать вот с этими автомобилями без водителя. Так что, да, интересно, конечно, все. Да, посмотрим. Но вот такая тенденция. Я просто что хочу сказать, что в современном мире так быстро все меняется. Только что-то такое возникло, и вроде все закричали «Ура!». Мне это напоминает появление CD, вот этих музыкальных. Только возникли CD, там буквально, ну что там такого. И вдруг раз, MP3 файлы. И по интернету, и уже и CD никому не нужны. Знаете как, получается, вот только возникла индустрия, и тут же и пропала. Вот и с этим вот Uber относительно водителей. То есть водитель — это не самый главный элемент в этом во всем абсолютно. Так что задумайтесь о таком бизнесе. Вот, допустим, завести парк автомобилей управляемых. И вот, значит, там по вызову, да, автомобиль по вызову. Смотрите, как удобно. Ладно, ребят, счастливо. До скорых встреч.